То, что я буду рассказывать, это статья, которая... Ну, или эссе, которое написано по-литовски. Я буду более-менее переводить это с листа. Научного значения это не имеет, это просто рассказ о Греймасе, о разных ситуациях, в которых мне пришлось с ним иметь дело. Ну вот началось все с самой хлесткой и с самой безжалостной рецензии, которую я читал в своей жизни. Это рецензия на книжку такой очень второстепенной, даже третьестепенной литовской поэтессы Гражины Тулаускайте. Она была напечатана в альманахе «Варпай» или «Колокола» в 1944 году, в конце нацистской оккупации. Этот альманах, для того времени, кстати, очень приличный, очень порядочный. Там не было ни одного антисемитского слова и ни одного, ну, в общем, даже никакой антисоветской, антикоммунистической пропаганды. Это было чисто культурное такое предприятие. Издавался он в Шауляй и стоял в библиотеке моего отца. Хотя хранить это в сталинское время было довольно рискованно. Сейчас мало кто вспоминает Гражину Тулаускайте, это поэтесса не романтического склада, она умерла в эмиграции. Ей, ну, она была, так сказать, так, честно говоря, графоманкой, и с критиками ей не везло вообще. Еще в 30-м году мой отец напечатал о ней тоже довольно хлесткое четверостишие по-литовски, которое, ну, я могу перейти на русский язык, это приблизительно без рифм, хотя в оригинале это рифмовано и довольно лихо зарифмовано. Живем мы не в Америке, не в Швеции, статистическое бюро еще не подсчитало стоимость стихов. Может быть, в литовскую энциклопедию попадет и Тулаускайте. Ну, и это было пророческое четверостишие, потому что она таки попала в литовскую энциклопедию. Но никаких иллюзий ни у кого о качестве ее работы не было. И текст Греймаса, рецензия на ее сборник, начинался с такого образчика эзопового языка. И звучит это так. Разными голосами ангел небес, хор небесных ангелов славословит Господа. И в поэзии каждого народа есть область поэзии для женщины, для поэтессы и тон, говоря, которым она нас бесконечно волнует. В довоенной Литве у нас была такая поэтесса или такая женщина-поэт, и там дальше приводились цитаты из этой женщины-поэта. Мы ее потеряли. Гражина Тулаускайте как бы призвана занять вакантное место. Хотя бы таким образом можно объяснить появление ее сборника «Скрипка ветра». Но не всегда призванный бывает избранным. Так это случилось и здесь. Конец цитаты. Я был еще ребенком, когда это читал, но я уже знал более-менее литовскую поэзию и понял по цитатам имя автора вот этого потерянного поэта не упоминалось, что речь идет о Соломее Нерис, который рецензент явно симпатизировал. Но в нацистское время он не мог упоминать ее имени. Так же, как в советское время, то тоже нельзя было упоминать многие имена. Или упоминать его можно было только с эпитетом предательница, прислужница оккупантов и так далее. Так же, как в советские времена, с подобными эпитетами можно было изредка упоминать имя одного другого мигранта. Рецензия кончалась следующим образом. Греймас цитировал, опять же, четверостишие Тулаускайте. «Гал бутвеш пате туман, гал дабар я уляйся, почульбейте по укштелю той тилой тиляусей».
Может быть, Господи, ты мне, может быть, сейчас уже позволишь почирикать птичкой в этой тишайшей тишине. Дальше Глеймас писал: «Боже святой и великий, от имени всех верующих в поэзию обращаюсь к тебе и умоляю, не позволяй птичке чирикать в этой тишайшей тишине, ведь разными способами можно тебя славословить. Зачем же птичка будет зря утомлять свой клювик? Не позволяй ей, Господи». Конец цитаты. Ну вот как я тогда я запомнил имя автора рецензии Альгерда Сюрюс Глеймас. Мы очень часто цитировали эту рецензию в разговорах с друзьями. Прежде всего с Йозефом Тумялисом, великим знатоком запретной литературы. Потом в том же «Альманахе» я нашел другие, более длинные статьи Глеймаса. «Сервантес и его Дон Кихот» и «Бинкис знаменосец». Долго я не знал, кто такой Глеймас и что с ним случилось, но подозревал, что он, как и многие люди того времени, эмигрировал. Оказалось, что я не ошибся. Спустя несколько лет на рабочем столе моего отца появился небольшой оттиск. Французский обзор истории литовской литературы, написанный Глеймасом для какой-то международной энциклопедии. И более-менее в то же время я услышал, что Глеймас живет и работает далеко от обычных центров литовской миграции, а именно в Египте, в Александрии. Там он в 1957 году встретился с несколькими послевоенными литовскими литераторами, которым в эпоху такой вот относительной оттепели тогдашней разрешили поплавать на круизном корабле по Средиземному морю, конечно, под строжайшим надзором. В них Глеймас, я, по-моему, несколько, так сказать, слишком сильно это подчеркивая, усмотрел подлинное литовское поколение. И об этом написал в эмигрантской печати. Даже дождался упреков от эмигрантской правой стороны. И вырезка об этой встрече с советскими литовцами оказалась тоже на рабочем столе отца. И из этого можно было понять, что Глеймас принадлежит к либеральному крылу эмиграции, который ищет контактов с родиной. Ну а на родине, даже в официальных слоях, тоже пытались завязать какой-то контакт с этим крылом эмиграции. А вдруг из этого что-то полезное для советской власти получится. Ну тут, с одной стороны, были, конечно, интриги властей, а с другой стороны, старания некоторых более порядочных работников культуры, чтобы миграция не пропала для Литвы. Сегодня очень трудно разобраться в этих черных и белых нитях тогдашних культурных контактов. Затем Глеймаса прекрасно знала член-учредитель литовской хельской группы, бывшая политзаключенная Оналука Ускайте Пошкене. С ней я подружился в городе Шиауляй гораздо позже, в 70-е годы. Кажется, Глеймас, как и поэт Казис Борута, был в нее попросту влюблен. Спустя много лет он написал о ней некролог в эмигрантской прессе, такой, в общем, выражая восторг по поводу ее деятельности, а в частности по поводу ее прошлого. А прошлое в независимой Литве у нее было эсеровское, она была эсеркой, за что отчасти и сидела при Сталине 10 лет в Воркуте. Этот альманах «Варпа» или «Кала-кала», о котором я говорил тут уже довольно много, он был задуман как раз на ее квартире. В своем дневнике я нахожу ее слова. Борис Рога, известный писатель, поэт, только тогда согласился участвовать, когда мы поклялись, что альманах будет аполитичным, и что об этом даже и существует договор с Гевекке. Глеймаса во время войны я часто видела. Однажды я
даже нашла его у себя на квартире, спящим на полу с приятелем в достаточно пьяном виде. Они пили у Мелгайлиса, причем пили одеколон. Тут следует прокомментировать, кто такой Гевеке. Гевеке был во время нацистской власти был главой Шауляйского округа, гебицкомиссар. Во всех отношениях скверный персонаж, но приходилось просить у него разрешения на любую публичную деятельность. Он, кстати, умер в Германии только в 1991 году. И есть такой знаменитый фильм Ланцмана «Шоа», и он дал интервью для этого фильма, он там выступает. А Мелгайлис был межвоенный литератор, у него было имение. В этом имении часто посещали разные люди культуры, в том числе очень известные, и там шумели. Умер он в Вене в 1965 году. Еще был человек, который хорошо знал Греймаса, Алексис Хургинас, литовский литератор, ну, его можно назвать и поэтом, он издавал сборники, хотя и плохих стихов. Он вместе с Греймасом работал в Гренобле. Луковскайте пишет, и это у меня тоже записано в дневнике, поскольку Хургинаса в начале войны считали, может быть, не без оснований, гебистом, Греймас его спасал и написал характеристику, что это честный националист и так далее. Недавно эта характеристика нашлась в одном из советских архивов. Хургинас ее выпросил и, по-видимому, уничтожил. Тогда Греймас участвовал в антикоммунистическом, а позднее и в антинацистском сопротивлении. Его статью о Сервантесе и Дон Кихоте часто даже называют манифестом литовского антинацистского сопротивления. Может быть, это тоже некоторое преувеличение, но статья скорее такого абстрактно-философского склада. Но от самого Греймаса я позднее слышал, что он не спешил в сопротивление, но когда нацисты посадили его близкого друга, Каролиса Друнгу, позднее и его встречал в эмиграции, то пришлось заняться его подпольным изданием и даже радиопередатчиком, чтобы гестапо поняло, что Друнга с этим не имеет ничего общего. Издание продолжается, радиопередачи продолжаются, значит, этим занимается кто-то другой. Ну, пришлось это сделать, хотя Греймас не очень к этому стремился. Существовал также такой устный рассказ, устный фольклор, как Греймас с Хургинасом расстались в 1944 году летом. Они гуляли по городу, то ли Вильнюсу, то ли Каунасу, где уже была слышна советская артиллерия. Греймас спросил Хургинаса: «Ты остаешься в Литве?» «Остаюсь. А вот моих родителей депортировали, так что моя судьба тоже довольно предсказуема, поэтому я уж лучше уеду». Во время такого разговора они дошли до железнодорожного вокзала. Грейм якобы обратился к кассирше: «А есть билеты в Париж?» «Один билет еще есть», — сказала кассирша. Вот якобы этот последний билет Грейма скупил и использовал. Думаю, что чистый фольклор. Выехать из Литвы в военное время было труднее. И Париж в 1944 году Греймас доехал не сразу. Но это, как говорится, «se non avero ben trovato». Если бы не война и не советская оккупация, Греймас, возможно, стал бы литературным критиком, причем хорошим, во всяком случае очень хлестким. Но когда он оказался во Франции, уже второй раз он там учился, он занялся лексикографией и такой протосемиотической темой, как словарь моды. Потом был там лингвист Жорж Маторе, который до войны работал в Клайпеде. Во время первой советской оккупации в 1940 году он сидел как французский шпион, но тем не менее уцелел, оказался тоже в Париже, помог ему найти работу в Египте. Потом Греймас переехал в Турцию. Во время альманаха «Колокола» он был еще совершенно молод, ему было 20 с небольшим, а в Египте и в Турции созрел.
от политики отошел, хотя активно в ней участвовал в первые послевоенные годы, но его работа в экзотических странах, его занятия были достаточно скромными. Но в Египте появился кружок более глубоких науч, который занимался более глубокими научными изысканиями. В нем участвовал Ролан Барт. Они стали близкими друзьями. Дождавшись примерно 50 лет, Греймас вернулся в Париж и вместе с Бартом, с Леви-Строссом и другими занялся уже структурализмом и семиотикой вплотную. Именно тогда я о нем больше услышал. Я только что кончил к тому времени Вильнюсский университет, искал работу. Ну и надо, чтобы найти работу, мне надо было, так сказать, исполнить несколько требований одновременно. Во-первых, я был вполне уже таким сложившимся к тому времени антисоветчиком, поэтому хотел избежать любых компромиссов с властями и с коммунистической идеологией. А в гуманитарной области это было практически невозможно. Во-вторых, работа должна была быть интересной и не механической. В-третьих, должна была приносить хоть минимальный доход, чтобы жить уже самостоятельно. И в-четвертых, я все-таки главным своим делом считал писание и писание стихов, перевод стихов также. Эта работа должна была оставить время и силы для писания. Все эти требования было крайне трудно. И я пробовал зарабатывать научной популяризацией науки, потом переводами. Но я не вступал ни в какую творческую организацию. А это была сомнительная ситуация, и могли даже чего доброго обвинить в тунеядстве. Тут я услышал, что в Тарту вокруг Юрия Михайловича Лотмана собираются филологи, которые тоже не подходят, так сказать, к официальной советской жизни. Я туда съездил в 65 году и понял, что можно чего доброго заняться литературоведением и даже преподаванием, избегая вот этого, так сказать, этой идеологической тягомотины. Все это называлось семиотикой. Что это слово значит, не каждый понимал, и я тоже поначалу не понимал. В Вильнюсе жила хорошая приятельница Лотмана Наталья Леонидовна Трауберг, которая с ним вместе училась в Ленинградском университете. И мы поехали с ней на летнюю школу семиотиков в городке Кярику, неподалеку от Тарту. Ну, и тут я стал популяризировать в Литве эти идеи, которые меня весьма и весьма увлекли. Но тут важно то, что Лотман и другие русские и эстонские семиотики хорошо знали работы Греймаса, и они чувствовали, что это параллельно их деятельности, идет параллельно их деятельности. Так что в Тарту опять я вдруг натолкнулся на этого французского литовца. Греймас, в свою очередь, интересовался тем, что происходит в Тарту. И как только я съездил в Кярику, я получил от него письмо с просьбой написать реферат о том, что там на летней школе происходило. Ну, что-то я там написал, я очень плохо понимал, что там происходило. Послал статью в Париж, и хотя участвовать в буржуазной прессе было несколько тоже рискованно, но в 67 году она там, мой отчет там был опубликован. И мы начали переписываться с Греймасом, так что стали знакомыми, хотя и, так сказать, без непосредственной встречи. О французских семиотиках я кое-что читал в польской прессе тогда. Лотман приходил, в общем, в ужас от них левацкого радикализма. Он говорил, ну они просто багровые. И если это семиотика, то я не очень хочу ею заниматься. Но для Греймаса, так же как для Барта, для Леви-Стросса он делал исключение. Он считал, что это серьезно. Лотман, как известно, вообще был человек скорее французской культуры. Всю жизнь занимался Руссо и так далее. Он говорил, что хранит книгу Греймаса «Структурная семантика» у кровати и каждый вечер прочитывает одну ее главу. Я получил эту книгу от самого Греймаса, но именно там в Тарту прочел.
ее, жил я тогда в Гвоздице парк и прочел с трудом. Ну, просто потому, что довольно плохо знал тогда французский. А кроме того, книга вообще довольно сложная. Та часть ее, которая развивала идеи Пропа, была понятна, потому что я знал, что такое Проп и о чем он пишет. Но когда он уже, так сказать, исходил из французской лингвистической традиции, об этом я знал очень мало. Я пожаловался Лотману, что вот текст трудно понять. Он сказал, видите ли, Грейм старается выразить мысль с абсолютной точностью, а это очень нелегкая работа. Тогда многие говорили, что семиотики строят огромные шагающие экскаваторы, а поднимают с земли всего лишь соломинку, то есть решают вопросы очень элементарные. Лотман тогда, насколько помню, ответил, но они-то соломинку на самом деле поднимают. А традиционные литературоведы считают, что они поднимают огромные гири, но это им только так кажется. Времена были довольно либеральные, так что я напечатал широкую рецензию на структурную семантику в 1968 году, и мы с Греймасом стали обмениваться литературой и так далее. Я послал ему литовскую диалектологию, фундаментальную работу Зигмаса Зинкевичуса, одного из своих учителей, и Греймас ее, как потом мне написал, подарил Бенвенисту. Ну, в корреспонденции он положительно отозвался о моих тогдашних стишках. И в 1971 году, в октябре, приехал в Вильнюс. Это был второй случай, когда литовский ученый, добившийся мировой карьеры, посещает советизированную Литву. Первый случай – это была Мария Гимбутас или Гимбутине. Оба случая имели явные политические измерения. И Гимбутине, и Греймас должны были преодолеть не только сопротивление советской бюрократии, но и сопротивление правого крыла литовской миграции. Многие тогда говорили, что визиты на родину недопустимы, они узаконивают, легитимизируют оккупацию, и очень легко быть завербованным КГБ. Мы в Литве, хотя бы мои единомышленники, молодые интеллигенты, с этим не соглашались. Вот если приезжает крупный эмигрант, это для нас, конечно, был большой глоток воздуха. Греймас в Вильнюсе провел только неделю, потому что советскую визу получил с большим опозданием и спешил обратно в Париж на свадьбу дочери. Но за это время он прочел две лекции в Вильнюсском университете. 19 и 20 октября. На первую теоретическую лекцию пришло людей, как мы тогда шутили, столько, сколько на похороны Сталина. На вторую, которая была посвящена литовской мифологии, еще в 3 раза больше, если это возможно себе представить. Ну и несколько раз тогда Греймас зашел ко мне. Я жил на чердаке недалеко от проспекта Гедемина. В дневнике я записал, невысокого роста человек, говорящий на сувалькийском диалекте, казалось бы, никогда не был ни в Александрии, ни в Анкаре, ни в Париже, только в Людвинаве и в Пренай, то есть такие сувалькийские местечки. Конечно, это касалось только его лица и поведения, но ни в коем случае не касалось тем разговора и стиля разговора. Я ему кое-что рассказал о русских семиотиках, русского языка он тогда еще не знал, о советских нравах он имел, в общем, довольно приблизительное понятие, в чем-то преувеличивал ужасы, а в чем-то преуменьшал. Это касалось всех иностранцев, которые тогда приезжали. Ну вот, рассказывал ему, в частности, о известном мифологе и бывшем политзеке Элиазаре Мелетинском, которому тогда давали большую итальянскую премию. Греймас хотел с ним по этому вопросу посоветоваться. Но я со своей стороны услышал много о Ролане Барте, о французских левых и о конфликте Греймаса с Романом Якобсоном, которого я уже к тому времени видел в Тарту. Он сказал, Греймас, у Якобсона 50 почетных докторатов. Когда я ему предложил 51, он возмутился и сказал, что это попытка его подкупить.
Ну, он спросил, хочу рецензировать ваши стихи в эмигрантской печати. Это вам не повредит? Я на это сказал, профессор, мне уже ничто не повредит, потому что у меня была вполне однозначная репутация. Ну, во время второй встречи у бутылки югославского вина мы говорили о Солженицыне. Тогда был знаменит, гремел очень «Раковый корпус», и Греймасу он не без оснований казался художественно слабым романом. Но я гораздо больше услышал о литовских связях Греймаса. Ну, так сказать, подробностей рассказа не буду, хотя Греймас мне рассказал многие, так сказать, любопытные анекдоты. Ближайшие друзья Греймаса в Литве, по его словам, были два писателя. Казис Борута, поэт, друг юности моего отца, которого я очень хорошо знал, и Казис Янкаускас. Хотя Греймас принадлежал к неолитуанам, то есть скорее правой группе студенчества, он ему больше нравились левые, а даже анархисты. Этот оттенок левизны в его личности остался до конца. Он мне и моим единомышленникам советовал, пробуйте нападать на коммунизм не справа, а слева. На Западе он близко дружил с поэтом Андре Френо из Итало Кальвина, которые тоже отнюдь не были правыми. Ну, тут я взялся перевести на литовский язык одну его статью, а именно «Структура и история». И спросил его, ну, я так к тому времени уже опубликовал несколько таких парасемиотических статеек. Спросил, нет ли там нелепостей. Греймас в ответ, нет, а нелепости как раз бы хотелось, статьи какие-то несмелые. Тогда, а может быть чуть позже, он сказал, что он пригласит меня в Урбино на семиотический конгресс. Я никогда не был на Западе. Меня это безумно увлекло, в основном не потому, что семантический конгресс, а потому, что там от Урбино недалеко Флоренция, Венеция. А это хотелось хоть раз в жизни увидеть. Я получил приглашение, но, разумеется, из этого ничего не вышло. Эти лекции Греймаса, особенно ответы на вопросы во время дискуссии, произвели огромное впечатление на всех. Очень необычным, довоенным было уже обращение к аудитории. Ваша юсу магнифиценция ректору коллего Сиркомельтоной, шевегеле женю вилку места, то есть ваше высокопревосходительство ректор, коллеги и комельтоны в этом городе Железного Волка. Ну, кстати, его высокопревосходительство ректор Йонас Кубилюс, который сидел в президиуме, первую лекцию, в общем, проспал. Идеи Греймаса для него были далеки, он был математик. И я задал вопрос о диалектическом алгоритме, о понятии, которое употребляется в структурной семантике и которое я как следует не понял. Ответ я тоже не понял, но по этому случаю я услышал о симпатиях, литературных симпатиях Греймаса. Он сказал, что самые любимые его французские авторы – это Жорж Бернанос и Андре Мальро. Один из них католик, другой левый. Левый даже левый радикал. Несколько очень наивных вопросов задал Хургинас, его старый приятель по Греноблю. И, кажется, Пранас Моркус, мой друг, пошутил в кулуарах. Если бы не Греймас, а Хургинас в 1944 году уехал в Париж, то сейчас Хургинас читал бы нам лекцию, а Греймас задавал бы наивные вопросы. Ну, из Вильнюс приехал из Паневежиса знаменитый театральный режиссер Мельтинис, который тоже хорошо знал Греймаса и тоже был таким литовским парижанином. Приехал на мотоцикле. Вторая лекция Греймаса побила все рекорды, потому что языческая мифология тогда была единственной областью, где литовская интеллигенция без большого страха могла демонстрировать свои национальные симпатии.
там было много очень, так сказать, людей, которые были в восторге от языческой мифологии, в том числе художник Винцес Кисараускас. Помню, что Греймас получил записку от меня, как он относится к Мерсеялиаду, который тогда в какой-то мере популяризировал Владимир Николаевич Топоров. Греймас ответил, что Илиада очень уважает, но с его мистицизмом не согласен. Потом я перевел статью Греймаса «Структура и история». Она должна была появиться и по-русски, в журнале «Вопросы философии». Но не прошла цензуру, потому что цензура узнала, что Греймас не просто француз, а эмигрант. В Вильнюсе статья прошла. Я к ней написал даже такую сопроводиловку, называлась «Работа Греймаса в контексте французского структурализма». Моя сопроводиловка была очень осторожной и очень приблизительной, потому что, опять же, я очень мало что в этом понимал, но там не было идеологических реверансов. А сам перевод оказался одним из самых любопытных опытов в моей жизни. То есть я каждую фразу статьи понимал, а вот общий смысл статьи не понял и, честно говоря, не понимаю до сих пор. Тогда я уразумел, что можно переводить научные тексты, их, по сути дела, не понимая. Ну вот это был один из последних моих легальных, одна из последних моих легальных работ в Литве. Я тогда напечатал еще компилятивную вполне работу, которая называлась «Структурализм и фольклор», где тоже говорилось о Греймасе. Ну, а потом эмигрировал. Ну, история моей эмиграции, долго рассказывать, но от Иосифа Бродского я тогда получил письмо с загадочной фразой: «Французская гримаса искажает мое лицо». И я понял, что француз Греймас был, так сказать, псевдонимирован словом «гримаса», что он занимается тоже моим делом о моей эмиграции. В 1977 году, в январе, я выехал из Советского Союза и первые 3 недели провел в Париже. Один из первых людей, которых я там увидел, был Греймас. Он работал в самом центре города, на улице Monsieur le Prince. Он это объяснил мне по-литовски, это улица господина принца или господина князя. Кажется, в доме, где жил Огюст Конт за 100 лет до этого. И я провел ночь в его вилле, далеко от Парижа, как 6 лет тому назад в Вильнюсе, тоже за бутылку вина. Ну, мы выяснили многие связи, очень интересные, но в это углубляться не буду. Но Греймас мне предложил вступить к себе в аспирантуру и добиваться карьеры семиотиков во Франции. Я решил это отложить, потому что имел приглашение в Америку, но в глубине души понимал, что это совершенно безнадежное дело. Во-первых, я недостаточно знал французский. По-английски, английский тоже знал плохо, но туда-сюда. А по-французски, ну, мог читать. Я и сейчас могу читать, но говорить, так сказать, избегаю. Кроме того, я все-таки читал работы Греймаса и некоторые работы его учеников, но это была такая абстрактная, лингвистически-философская тенденция, исходящая из традиции Ельмслева. Очень сложный понятийный аппарат. Все это было довольно чуждо моей ментальности, моему характеру. Мне гораздо ближе были лотмановские, так сказать, работы по анализу художественного текста. Ну, в Америке я так, ну, оказался в академической жизни и работал там 30 лет, но от Греймаса удалился и в профессиональном смысле, и в смысле чисто физическом. Ну, правда, одна моя студентка Катерина Лати использовала в диссертации работу Греймаса по семиотическому квадрату, но это было, в общем, это был единственный случай. Ну и добавился еще момент, в котором виноват, конечно, я. То есть осенью 1981 года меня попросили прочесть доклад
на литовском симпозиуме, эмигранты устраивали такие научные симпозиумы о мифологических работах Греймаса. Ну, эти мифологические работы я понимал гораздо лучше, чем абстрактно-теоретические. Они мне казались весьма интересными, но все-таки, не чувствуя себя уверенным, я попросил выступить как соавтора языковеда Александра Лермана, который тогда, как и я, был аспирантом в Йеле. Александр Лерман был человек не рядовой. Это, во-первых, он был джазмен, очень крупный джазмен, известный. В эмиграции стал лингвистом, знал около 40 языков. По-литовски говорил ничуть не хуже меня, хотя в Литве никогда не жил. Ну, был, правда, человеком своеобразным. Например, он уверовал в метод так называемой христианской науки, Мэри Бекер Эдди, и тем, что все болезни излечиваются молитвой. Поэтому он не посещал врачей вообще и лечился сам, так сказать, и, увы, не столь давно скончался. Мы написали общую статью, я обзорную часть, а Лерман более конкретную. Лерман не был структуралистом, он склонялся к более традиционным взглядам и критику несколько пересолил. А критику Греймас не очень любил, как, ну, в общем, мало кто очень любит критику. И хотя мы указали, кто отвечает за какую часть статьи, но все-таки соавторство, и с моей стороны это, возможно, было вполне, так сказать, неэтично. Греймас тогда, насколько я знаю, сильно на меня обозлился, и не без основания. С тем же Лерманом мы потом напечатали еще статью о возрождении древнепрусского языка.